Идет Василий Иванович, встречает Фурманова. Спрашивает Фурманова: а что у тебя за книга? Да вот логика называется. А про что? Ну, вот смотри. Например, у тебя транка есть? Есть, да, конечно. Значит, пойдешь пиво пить, да? А после пива что, водочку? Правильно, да? А если по водочке? На девушек потянет, на теток? Ну, конечно, да. Ну, если натянет, потянет, на теток. Значит, стоит? Ну, да, стоит. Ну, понял? Понял. Ну, ладно. Идет. Петька встречает, говорит. Петька спрашивает: Василий, а что у тебя за книга? А логика? А про что? Ну, у тебя таранка есть? Нет. А, значит, хуй не стоит.